Общероссийского общественного движения «Народный фронт» обратилась гражданка Сафарханова Сания. Мы с июля месяца занимаемся ее проблемой, а проблема заключается в следующем. По всем документам, которые мы сейчас посмотрели и до этого уже рассматривали, это и свидетельство на право собственности квартиры, и паспорт БТИ, ей принадлежит комната по адресу улицы Павлова, дом 7, квартира 5, комната 7, площадью 28,4 квадратных метра. Но по какой-то причине дом управления выставляет ей счета из расчета совершенно другой квадратуры. Это 59,22 квадратных метра. И эти квитанции приходят к ней уже с 2012 года. По первому ее заявлению ей сделали перерасчет, обратно начали выставлять счета уже из реальных тех квадратных метров, которые она занимает. Но по прошествии 6 месяцев опять счета ей начали приходить именно из расчета 59,22 квадратных метра. Ситуация странная, почему домоуправление в два раза больше выставляет ей счета, хотя она занимает именно вот те квадратуры, которые у нее прописаны по всем документам, мы пока не понимаем. Сейчас мы ждем представителя домоуправления и хотим услышать от него комментарии. И понятно, что мы никаким образом не будем уступать от этого дела, доведем его до конца и полностью будем держать на контроль, пока ситуация не исправится. И у нее не будет произведен перерасчет. Если вы посмотрите, жилая под строчкой 3 идет 27,3 и добавляется шкаф 1,1. Общая площадь 28,4 и никак не 59,23. Теперь давайте, если пошло, читаем. ЖК РФ, статья номер 42, определение долей в праве общей собственности на общее имущество коммунальной квартиры. Это коммунальная квартира? Коммунальная квартира у вас? Столько-то написали. Нет, они не только за коридор. Они все места общего пользования еще считают. Ой, конечно, обязательно нужно. Что вы включаете? Здесь нет ни одной батареи. Давайте посмотрим. Есть гидравча, а где то, что делать? Давайте пойдем. Вот такую и полностью выживает. Здесь стоит личное имущество. Здесь полностью отгорожено. Ну, и мы смотрим, холодильник. Мы вот, видим здесь... Вот их прибавили. Вот они сделали себе перегородку. Здесь то же самое. Здесь да. Комнаты ну, отдельно. Здесь полностью стоят мебель. Эти комнаты полностью заняты. Да. А у меня это ничего. Это общее пользование. Они... Вот здесь кухня. Сейчас, подождите, я депутат тоже отвечу. Вот кухня. Вот коридор. Вот. Разве я сюда приду? Здесь 8 комнат, 8 квартир готовят. Вот, сейчас нам гражданка Сафарханова предъявит свое свидетельство, разберемся, и только тогда, я думаю, что будет все решиться в положительную сторону. Она к вам уже обращалась? Ко мне она еще не обращалась, потому что до меня был предыдущий, человек еще новый. Вот. И ко мне вот только первое заявление, которое я взял у нее здесь. Обращение. У меня комнаты, все начисления. Не надо мне это говорить, не надо. По квартире номер 5, дробь 9, господи. Все начислено согласно, законно. Какого закона?